буду. Есть шприц-пистолет. У меня автомат. Что в магазине? Один наносит ненадежный удар. А идем, идем. Есть противник. Запрашиваю авиаразведку. Твою на небо. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. Нокнул одного. Возле тебя, Сантос. Еще один Сантос. Кинул оглушающий. Гаси, гада. Расход. ППЛА покидает район. Ультра-1 рядом с вами, исполнитель. Ему нужна медпомощь. Точно можно? Ты кто, братан? Минометный удар противника. Ищите укрытие. Я ранен! Где он? Поднимает, да? Нет? Ну а ведь кто-то дал по нам только что, блядь. Это не боты были. Ну давай, блядь. Как скажешь, если по тебе бить буду. Размещаю клей. Бля, я их поднимать не буду. Цель прямо здесь. На мопеде кто едет? Противник отмечен. Цель отмечена. Мне нужен средний калибр. Добивай, сам. Бля, меня так... Берите броню, кому надо. Есть ящик с патронами у кого-то? Ультра-один исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Поднимают. Я говорю, поднимают. Давай, давай. Работает МБП противника. Квадрат отмечен. Начинайте. Это Феникс 2-3. Цель на пол. У меня Санта. Идут поднимать вот этого. Цели не поражены. Я тоже в воду ухожу пока нет. Ультра-1, наш напарник ранен. Вы под обстрелом. Работает отсюда. Ультра-1, контракты. Ультра-1, внимание. Наши топ. Противника. Местонахождение. Блять, ебаный мина. Добей, добей его, блять, я не успею. Ультра-1, ликвидация. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. А подожди. Ультра-1, ликвидация подтверждена. После следующей вы станете целью контракта. Нокнул. Добей, добей этого. Один, один. Я тут прям полз.
тут снайперская винтовка. Живо! Спецназ вот здесь. Бля, не пугай меня так. Приложи подорожник, само заживет. Далекой меня. Ультра-1, боец вашего отряда истекает кровью. Движение. Ему нужна это реанимация. Это боты были. Я тебе говорю, это бот. Я же тебе говорю, что это боты. Короче, на. Иду сюда. Запрашиваю разведку с воздуха. Принято. МПП ЛА в районе. Веду поиск угрозы. Может. На сам-то сложно. Базука решаем. Оставил боеприпасы. Здесь наш ящик с боеприпасами. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. На. Санта, где ты? МПП ЛА покидает район. Здесь бронепластина. Так, все остальные далеко от нас. Ультра-1, активность противника высокая. Готовьтесь к контакту. Нашел БПЛО. Ультра-1 рядом с вами, исполните. Я тут купил. Ему нужна помощь. Противника нигде нет. Ультра, внимание, мы засекли. А, подожди. Цель с оружейным ящиком. Отмечаю ее на тактической карте. Если есть желание, можете перехватить. Блин, чувак, ты кто? Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Ультра-1, внимание, ударный вертолет противника летит в вашу сторону. Иду. Ультра-1, внимание, исполнителю рядом с вами нужна медпомощь. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Обнаружил цель. Запрашиваю авиаразведку. Вас понял. БПЛА на связи. Похоже, в этом районе все тихо. Термит пошел! Меня зацепили! Да, кого убили? Ультра-1 рядом с вами, исполнитель. Ему нужна медпомощь. Противника! Движение. Санта, давай уходим отсюда. Зарядил нормальные патроны. Нет, а, все, я его понял. Вижу. Возможно, здесь противник. Ультра-1, активность противника умеренная. Вызываю дрон-камикадзе. Дрон-камикадзе готов к подрыву. Ультра-1, двоих исполнителей на вас объявлена охота. Нет, одного убил, одного противник нокнул. Противник знает, где вы.
Бросаю термит! Ультра-1, похоже, в вашем районе все тихо. Чисто пока миссия. Сам так мог заходить. Я ранен! Он там. Иду сюда. Давай, Сантос, я ему дал. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. А, поймал! Ультра-1, исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Да. Есть там ящик с патронами? Движение в этом районе. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Вон, возьми этот джавелин, дай ему, блядь, поговорить. Здесь самореанимация. Ставлю кассетную мину. Чёрт, получилось. Ну, тут снайпер уходит. Так, пацаны, давайте долго здесь не будем засиживаться, блядь, то опять к нам кто-то придет, блядь. А вы тех убили, да? А, там вообще... Не-не, я никого не вижу. Это без понятия. Эвакуация одобрена. Ультра-1, это Дина-4, мы в воздухе, летим за вами. Ультра-1, будьте внимательны, степень опасности высокая. Это 1-4, мы подходим к площадке. Держите ее под контролем. Да, что он не выходит тогда, вот вопрос. Не, он... Кто у тебя там? Ну, это мои мины были. 1-4 в точке эвакуации. Рекомендую поторопиться. Ультра-1, активность противника умеренная. А там зажимать надо. Без понятия.
Бля, как теперь мою взять, бля? Да не, не надо, у меня все зацепили. Удаление 2 километра. Я умнее, это Тавия. Убедитесь, что у вас все тихо. Этот тип все вышел. Да-да. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в точку эвакуации. И на 4 главным. Все объекты и личный состав на борту. Возвращаемся на базу. На всякий случай надо. А лучше пускай будет, чем бегать и стать. Thank you.